Вечер. Добрый-добрый вечер. Добрый вечер, Минск. Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Киев. Мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии, на нашем техническом митапе. Сейчас немножечко подождем наших участников. Я вижу, участники понемногу приходят. Будем немножечко подождем, когда соберутся все наши участники, все зарегистрировавшиеся на наше сегодняшнее мероприятие. Продлится оно 2 часа. Постараемся уложиться в это время. У нас будет сегодня 3 технических доклада и будет 1 выступление со стороны рекрутинга от Luxoft. Вначале я расскажу про розыгрыш, про то, как можно получить билеты на крутейшую конференцию, QA-конференцию Heisenbach, которая состоится этой осенью в начале октября. Вот сейчас еще немножечко подождем, и я все вам расскажу. Вначале представлюсь. Меня зовут Екатерина, я являюсь employer branding менеджером. Сегодня я буду ведущим данного мероприятия, буду объявлять наших спикеров и рассказывать подводки. Так, я вижу, что люди еще активно к нам присоединяются, поэтому немножечко запасемся терпением. Можете посмотреть пока на нашу прекрасную обложку. Это наши сотрудники. Мы делали специально, проводили фотосессию, делали так называемую рекламную кампанию с участием наших сотрудников, в которой они рассказывали, почему они любят свою работу, почему они выбрали IT, почему они любят Luxoft. Вот, так что можно некоторых из данных людей увидеть на наших мероприятиях. Они также являются спикерами, программистами из HR-департамента и так далее. Я думаю, что мы можем начать, поэтому вначале, как я и обещала, я вам расскажу о правилах розыгрыша. Сегодня мы разыграем 3 билета. 3 билета на техническую конференцию Heisenbach, которая состоится в начале октября. Билеты будут разыграны среди лучших вопросов. Поэтому внимательно слушайте выступления наших спикеров, задавайте вопросы. Вопросы необходимо задавать в Q&A session. Пожалуйста, пишите именно в этом чате. Наиболее интересные вопросы мы будем выносить на обсуждение после выступления каждого спикера. Если мы не успеем ответить вживую на какой-то вопрос, то мы ответим в Q&A session письменно вам, либо же ответим на электронную почту, например, вы также можете оставить контакты. Вот, поэтому, пожалуйста, следите за выступлением, задавайте вопросы, и после каждого выступления будем выбирать самый крутой вопрос и давать за него билет на конференцию. Буквально через полминуты я передам слово Марии, моей коллеге из Luxoft, которая расскажет немножко о Luxoft, о процессе найма, о программе релокации, которую мы предлагаем для резидентов Беларуси, про страны, куда можно релоцироваться. Возможно, вам это будет интересно. И вначале я хотела бы вам показать ролик о наших сотрудниках. Я
приоткрыла в начале завесу, да, рассказала, что у нас была целая рекламная кампания, что они думают о Люксофте. Итак. Кем бы хотела работать? Я бы, наверное, занимался испытанием собак. Сложнее исправить баги в жизни или на работе? В жизни, конечно, сложнее. Из скольких стран сотрудники? Из всех. Конец света или дедлайн? Дедлайн страшнее, потому что он ближе. Ты строишь карьеру или карьера строит тебя? Карьера строит меня. Когда говоришь «почти сделал», это значит «еще не начинал»? Это значит, к вечеру будет готово, даже если я еще не начинала. Где планируешь работать в ближайшие 5 лет? В Люксофте. Хотелось бы работать в Люксофте? В Люксофте, конечно, потому что люблю. Итак, это было немножечко о Люксофте, и я передаю слово своей коллеге Марии. Мария, пожалуйста, вам слово. Да. Добрый вечер всем. Рада всех приветствовать на этой конференции. Очень радостно, на самом деле, что у такого большого количества людей нашлось время, да, желание провести этот вечер сегодня с нами. Буквально пару слов о Люксофте, да, для тех, кто вдруг первый раз слышит, да, нашей компании, возможно, есть еще такие люди. Мы достаточно крупная международная компания. Мы представлены в 30 странах, и, как правило, у нас в каждой стране по несколько офисов. Находимся мы практически уже сейчас, кажется, что в каждом уголочке мира. Сотрудников у нас с каждым годом идет такой достаточно большой прирост. Мы всегда стараемся расти, да, в наших аккаунтах. И вот на сегодняшний день это приблизительно около 20 тысяч сотрудников по всему миру. Вот. И если говорить о клиентах наших, да, то на сегодняшний день это более 1000. И если можно, Катя, следующий слайд, пару слов, да, о наших клиентах, что мы предоставляем, да, наши IT-решения в достаточно многих индустриях, но основные, да, наши такие направления и большая часть нашего бизнеса — это, конечно, автомобильное строение, это финансовые услуги, это телекоммуникации, да, и в том числе это travel, может быть, направление, это здравоохранение, биотехнологии и так далее, и так далее. Следующий слайд. Если говорить о IT-специалистах, которые нам так нужны, да, и которых мы приглашаем на наши проекты, да, то практически все направления мы захватываем, да, и как здесь тоже на рисунке очень видно, что в каждом проекте, да, в каждой бизнес-эре нам нужны тест-специалисты, и в том числе, да, это и о странах также. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о рекрутмент-процессе, он у нас достаточно простой, да, в первую очередь мы как рекрутмент-команда связываемся с кандидатом, обсуждаем, да, те направления, куда бы специалисту хотелось бы расти, да, на каком проекте работать, тем более, что у нас есть возможность, да, предложить несколько направлений, мы выбираем технологии, с которыми бы кандидату хотелось работать и где бы он хотел развиваться, определяемся, да, с несколькими позициями, с несколькими проектами, и очень хорошо, да, что есть возможность проходить этот процесс параллельно, да. Таким образом можно увеличить и шансы кандидата на получение оффера, и в том числе выбрать вот то идеальное место, да, тот проект, куда бы прям хотелось попасть и где бы хотелось участвовать.
Следующим этапом будет техническое интервью, да, где вы можете пообщаться с командой, как правило, назад, если можно сказать, да, где вы можете пообщаться с командой, потому что, как правило, его ребята с команды проводят. Потом пообщаться с проектным менеджером, он уже даст больше деталей о клиенте, о проекте, куда они движутся, да, какой результат хотели бы получить, какие задачи будут стоять перед сотрудником. Ну и финальный, как правило, у нас этап, который есть не на всех проектах, но тем не менее, да, это интервью с представителем заказчика, оно будет очень похоже на первый этап, и в следующий раз мы уже встречаемся с вами на офер-коле. Да, можно следующий слайд уже. Да, и вот самое такое интересное, как мне кажется, да, это программа релокации внутри Люксофта, что вот сотрудник мой из видео подметил, с каких стран у нас работают люди, и он сказал, да изо всех. И на самом деле так и есть, потому что многие команды, особенно если говорить о проектах в европейских странах, да, то это такие мультинациональные команды буквально со всех уголков мира. Вот, если мы говорим, да, о релокации на сегодняшний день, вот в связи, кстати, с ослаблением карантина во многих странах есть возможность сейчас обратно вернуться и рассматривать для себя проект. Ну, это такие у нас сейчас основные направления, где есть достаточно большая концентрация проектов, позиций и выбора. Это, конечно, Польша, Германия, это Украина, Россия, да. Немножко, да, писала о том, что по времени, которое занимает переезд в эти страны, да, и небольшие реквайрменты, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность, да, получить разрешение на работу, либо же рабочую визу. Да, также хотела, Кать, можно следующий слайд, хотела добавить, что в этом плане у Люксофта всегда такая сильная, я бы сказала, поддержка из тех фидбэков, которые я слышала у других компаний, да, что мы всегда саппортим наших будущих сотрудников в смене, да, в релокации, да, потому что все-таки это не только смена рабочего места, это не только смена проекта, но и в целом своей жизни, да, будущее, потому что ты переезжаешь, ты релоцируешься, как правило, еще и с семьей, с детьми, да, в другую страну, поэтому мы стараемся позаботиться со своей стороны тоже, да, для того, чтобы эти перемены были, были как можно проще, да, для будущего сотрудника. Поэтому компания со своей стороны покрывает затраты, которые связаны с переездом вас и вашей семьи. Это либо авиабилеты, либо поезд, либо если вы машиной хотите поехать, эти затраты компенсируются. Мы также покрываем первые 2 недели проживания в новой стране, потому что, как правило, этого времени достаточно, да, для того, чтобы найти постоянное место жительства, да, но если мы, например, говорим про такую локацию, как Германия, то этот период дольше, это связано с именно с тем, что не всегда так просто найти жилье конкретно в этой стране. Вот, также мы ведем визовую, да, и поддержку с документами, у нас есть прям целый travel-департамент, и за каждым сотрудником, да, который релоцируется из одной страны в другую, закреплен travel-специалист, который с вами на связи на протяжении всего времени вашей релокации прям до даты старта. Это включает там и проверку, да, там ваших документов, и анкету на визы, то есть вот много такого саппорта. Вот, то есть куда, в какое консульство записаться, много-много деталей, то есть прям такие детальные очень инструкции, ответы на все вопросы, да, и
в момент переезда, это поддержка, да, там 24/7. Ну и также в релокационный пакет у нас включены трансфер, если это в аэропорт, из аэропорта, и так как большинство людей, которые переезжают чаще всего с семьей, да, и все переезжают с большими сумками, вот, и чемоданами, поэтому еще есть дополнительные финансы на перевоз багажа. Вот, поэтому, подсуммируя, да, вот все это, если будет желание получить опыт работы в Европе, поработать на мультинациональном, да, проекте, то всегда welcome, приходите с вопросами, рекрутеры помогут, расскажут, как это все происходит, вот, и мы, как правило, тоже всегда там остаемся на связи. Если, к примеру, там сейчас не готовы, но есть это в планах, то будем поддерживать связь. Да, всем спасибо. Мария, спасибо большое за такое выступление. Все подробно рассказали. Я сейчас буду передавать слово нашему первому спикеру, но пока я передаю, буквально, естественно, расскажу о нем пару слов. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к Марии, задавайте их в сессии, вопросы-ответы, Q&A session, да, и Мария ответит на вопросы, пока выступают наши спикеры. Итак, первый выступающий – это Антон Семенченко. Антон всем, я думаю, известен, может выходить из мьюта. Вот. Антон является основателем Камака Бай. Я думаю, что вы были, возможно, не на одном мероприятии, которое организовал Антон. У него просто колоссальный опыт. Более 18 лет, да, Антон в IT. Вот. Антон, выходи. Выхожу из сумрака. Да, всем скажи, привет. Пару слов о тебе и да, можешь шерить, да, презентацию. Начинаю шарить тогда, там и пару слов обо мне даже будет. Да, начинаю. Теоретически все замечательно. Значит, поговорим мы сегодня о трех инструментах, которые известны большинству специалистов. Это traceability матрица, это пирамида тестирования и это многим набившая оскомину ROI калькулятор. При этом каждый отдельно взятый инструмент вроде бы понятен и ясен, а вот как и зачем их соединить вместе и что из этого получится, мы как раз сегодня и поговорим. Да, пару слов о себе. Сейчас я тружусь в продуктовой компании Access SoftTech. Для меня это первый опыт работы в продуктовой компании. До этого я выступал исключительно, скажем, консультантом. Это интересно. И также вы помните, что есть сообщество Камака, есть C++ сообщество Core Hard. И из-за кризиса, из-за коронавируса я решил причинять добро по мере сил в своем родном Минске, чтобы не ездить куда-то далеко. Поэтому вот я сейчас активно веду лекции в Белгосуниверситете. Просто чтобы вы немножко понимали мои границы знаний, незнаний и понимали, на какие вопросы я смогу дать развернутый ответ, а на какие нет. Вы помните, что я стараюсь большинство презентаций делать автономными, делать вроде чек-листов, чтобы потом в будущем мы могли к ним возвращаться. С этой презентацией будет то же самое. Мы проговорим, наверное, треть, а остальное будет в аппендиксе, который вы сможете использовать в дальнейшем. Есть агенда, да, по которой мы будем вести речь. И давайте для начала сформулируем проблему.
А проблема, на мой взгляд, проста и ежедневна. У нас есть целый ряд стейкхолдеров. Я даже не говорю про внешних, я говорю про внутренних стейкхолдеров. У нас в каждой команде есть ручные тестировщики, у нас есть автоматизаторы, у нас есть лиды в тестировании, и, конечно же, у нас есть как минимум ключевые разработчики, которые всерьез задумываются об обеспечении качества. Как сделать так, чтобы мы все друг с другом общались, тратили на это какое-то разумное время и общались комфортно, чтобы мы не дергали друг друга, да, в самый неподходящий момент, да, 5 минут до ключевого коммита, а мы хотим добиться взаимности от заказчика и наоборот, там, да, от разработчика. Поэтому проблема общая. И, наверное, идеальное конечное решение вот мне напоминает канбан, да, сделать такую систему очень простую из неких рычагов, противовесов и правил, при котором мы вроде бы делаем все, что мы захотим, и при этом получаем и даем ответы на нужные нам вопросы. Да, а каких вы видите стейкхолдеров, вот на чьи вопросы нам точно нужно дать ответ? Давайте попробуем построить интерактив, потому что по себе знаю, даже 25 минут слушания, они рано или поздно приводят к засыпанию. Не будем засыпать. Какие вы видите точки зрения, которые нужно рассмотреть? Обязательно, обязательно. Ну вот как минимум, да, я вижу точки зрения ручных тестировщиков. И она стандартная, да. Вот мы ручные тестировщики. Обычно мы первопроходцы на любом проекте, прежде чем начинать что-то автоматизировать, все равно должны быть выстроены хоть какие-то quality control процессы. И, конечно, ручные тестировщики хотели бы, чтобы автоматизаторы сняли с них наиболее сложную нагрузку, наиболее скучную, наиболее монотонную, просто отнимающую больше всего времени, или, например, просто требующую такую скрупулезности. Банально, вот у нас есть некие отчеты, как было бы хорошо, если бы они были приведены из разных источников к общему виду, как-то автоматически проанализировали, пусть на улице, на уровне линуксовых утилит, и вот нам счастье. Да? Это одна сторона медали. И, конечно, среднестатистический автоматизатор этим критериям не соответствует, как я, например, да, я не совсем так себя веду, как хотелось бы. Точки зрения автоматизаторов. В идеале автоматизатор хочет заниматься исключительно автоматизацией. Понятно, что это утопия, но ему хочется писать код, решать сложные задачки, интегрировать в свое решение все то, что он недавно прочитал в книгах. А значит, что бы ему хотелось? Чтобы все артефакты ручных тестировщиков были up-to-date, каждый лежал на своем месте. Да еще в идеале эти артефакты были атомарными. Ведь вы понимаете, для ручного тестирования тест-кейсы будут содержать большое количество проверок, ну, назовем их условно, да, десятки софт-ассертов и один хард-ассерт. Идеальный момент для автоматизатора – это маппинг один к одному. Поэтому даже если на проекте идеальная документация, все равно автоматизатор не вполне доволен положением вещей. И вот мы уже видим две точки, если не кипения, то такого копеечного недовольства. Это уже плохо. И с точки зрения бизнеса, у бизнеса могут быть свои нужды, могут быть свои риски, и он вообще на эту проблему смотрит с третьей точки зрения. И в принципе предполагает, что мы все профессионалы и прекрасно находим общий язык. И какое же решение мы можем построить? Ну, это классика жанра, да, communication management, какой-нибудь communication process, та либо иная методология. Да, это все помогает, но это некое общее решение, а нам нужно специализированное. И специализированное решение будет состоять из микса вот этих трех инструментов: матрицы traceability, пирамиды тестирования и ROI калькулятора. Просто в двух словах, чтобы мы точно были on the same page.
Да, вдруг кто-то позабыл, либо просто использовал чуть иные формулировки. То есть, по сути, что такое traceability матрица? Нам нужно, ну, вообще мы проще всего ориентируемся в двумерном пространстве. Уже в трехмерном пространстве, ну, вспомните себя, идущего по чужому городу, без навигатора. Как-то ориентироваться у нас получается плохо. А двумерное пространство в мире данных – это таблица. Значит, если мы хотим отразить отношения многие ко многим, то нам нужно создать двумерную таблицу, и на пересечении у нас будут, да, некие данные. И это позволит нам решить многие задачи. Например, увидеть, что у нас неверно расставлены приоритеты, увидеть, что у нас вообще есть какие-то дыры на пересечении нужных нам факторов. В матрице, да, уже traceability требований. То есть, по сути, что она делает, да, то есть она позволяет нам замапить наши требования, грубо говоря, на тест-кейсы, замапить requirements на тест-кейсы. И это позволяет провалидировать, что у нас ни одно требование не забыто. А дальше позволяет нам работать по приоритетам и так далее. То есть инструмент очень и очень мощный. Как он выглядит? Вот посмотрите, это один из примеров, причем далеко не самый большой. Раскрою аббревиатуры, MMF – это Minimum Marketable Feature. Для бизнеса чаще всего важна не отдельная фича, а минимальный набор фич, интересный с точки зрения маркетинга. Далее мы работаем по той либо иной итерационной модели, и нам это нужно связать с бэклог-айтемом. По-хорошему, мы помним, что в современных стандартах есть definition of done и definition of ready. И acceptance test по-хорошему должен быть definition of ready любого backlog item. Также у нас должен быть проект. Мы понимаем, что проект состоит всегда из одного и более модулей. Значит, нужно указать модуль. Нужно указать automation level, ведь это может быть end-to-end, это API с матированием, это юнит-тестирование и так далее, и так далее. Dependency, ведь мы можем зависеть, например, от такого-то модуля. Этот модуль может быть физическим или заматированным, он может быть вообще сторонним модулем, да, может быть нашим собственным. Как вы думаете, чего здесь не хватает? Как минимум одного пункта, элементарного, это вот просто такая на внимательность. На самом деле, вы видите, здесь не хватает номера. Да, по-хорошему у нас должен быть некий номер, причем пока непонятно чего, я специально его не раскрыл. Смотрите, у нас есть acceptance test. Потом у нас есть automation test case, ведь мы уже говорили, что acceptance test, как правило, не атомарен, а automation test, как правило, всегда есть исключение, атомарен. Значит, у нас acceptance test разобьется на один и более automation test кейсов. И по-хорошему должны быть номера, чтобы это еще, да, все можно было очень легко как-то, да, нумеровать, обращаться. Далее, вы слышали, наверное, о таком монстре, как диаграмма, да, Ганта. Это не значит, что она нам обязательно нужна, и уж тем более нужна в полном объеме. Но по traceability матрице мы можем увидеть, какие задачи лежат на критическом пути, какие с точки зрения бизнес needs, бизнес risks, статистики нашей конкретной разработки, да, где больше всего ошибок, что мы должны покрыть в первую очередь и какой объем покрытия будем считать минимально возможным, либо с точки зрения отраслевой, либо с точки зрения ну вот наших внутренних стандартов качества, нашего понимания ожиданий конечного клиента. И вот, да, пример, один из примеров
принципов использования. Я специально здесь, видите, достаточно много текста, многое выделено, чтобы вы могли потом взять и посмотреть, да, все это внимательно вычитать. Теперь введем пару слов. То есть мы поговорили о пирамиде тестирования. Мы поговорили о traceability матрице. Все понятно, как она связана с пирамидой тестирования. Введем буквально простейший термин. Да, в аппендиксе будет подробная информация. То есть пирамида тестирования – это визуализация подхода, который говорит нам следующее. Чем автотест находится на более низком уровне, ну вот, например, юнит-тест, когда мы можем тестировать даже не класс целиком, а конкретный метод конкретного класса и покрыть его автотестами вдоль и поперек. Чем этот уровень ниже, тем он дешевле. Такой автотест гораздо проще разработать, гораздо проще поддерживать. И что особенно важно, он сверхсильно локализует ошибку. Обычно, если мы находим ее юнит-тестом, вопрос исправления считанные минуты. И мы можем получать обратную связь очень часто, он очень быстрый. Мы можем при каждом коммите, мы можем при малейшем сомнении, даже вот, не знаю, окружение поменялось, давайте проверим, что все так и работает. Следующий уровень – это условно API-тесты, которые работают на гораздо более высоком уровне. Они уже могут проверять в том числе да, работоспособность фасада, который закрывает, скрывает сложность и потенциальную изменчивость десятка сервисов, которые за ним находятся. Тем не менее, это уровень все равно значительно ниже, чем уровень UI. Писать такие тесты проще, поддерживать проще, локализуют хуже. Соответственно, они обязательно должны быть, но их будет значительно меньше. И UI-ные тесты – это обычная вишенка на торт, их очень-очень немного. Опять же, здесь все может быть разделено иначе. Да, сервисные тесты могут быть поделены на некие подгруппы. Помимо UI-ных тестов, может быть, например, уже с верхвишенкой на торт какое-то тестирование конечными пользователями. Да? Юнит-тесты тоже бывают в привычном нам виде и несколько непривычном, но это не важно. Важно, что мы можем одну и ту же проверку совершить на разных уровнях. Не всегда, но целый ряд проверок иногда можно сделать и на уровне UI, и на уровне сервиса, и на уровне юнита. И поскольку это во всех смыслах там, дешевле, удобнее, эффективнее, чтобы проверка при прочих равных была на как можно более низком уровне, нам нужно помнить о пирамиде тестирования и о вот четком стремлении к основанию, чтобы основание было как можно более широким. Только тогда пирамида будет устойчивой. Хотя на реальных проектах, при неверно выбранных приоритетах, при таких, скажем, тоталитарных заказчиках, при некоторых специфических требованиях до объективной реальности, пирамида может быть даже перевернутой. Но вы понимаете, насколько это просто концептуально неправильно. Да, вот, это просто пару слов. Да. И информация вот о стоимости. Почему мы говорим вот даже про пирамиду все время стоимость, 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 стоимость? Потому что мы все профессионалы. И так или иначе наша работа, да, решать бизнес-задачи. А они всегда зависят от времени, да, от количества сотрудников, от их специализации, да, уровня профессионализма. То есть в конечном счете от денег. Сегодня это универсальное мерило, как бы мы, да, там, с моральной точки зрения не хотели чего-то иного. И, соответственно, что нужно считать в ROI. Грубо говоря, если самым примитивным образом, то мы должны подумать, сколько денег мы тратили времени, да, до введения автоматизации тестирования, сколько тратим после. У нас получается некая дельта. Например, после внедрения автоматизации на регрессии мы экономим X дней.
А затем мы должны понять, стоит ли игра свеч, сколько нужно инвестировать дней, чтобы эту автоматизацию создать. И вот если нужно 100 x дней, то получается при достаточно частых регрессиях, что мы начинаем экономить. И вот здесь опять же приведены простые вопросы, на которые нужно дать ответы и набор факторов, которые нужно учесть, чтобы работать с ROIS-калькулятором. Опять же, в конце будет большой аппендикс, который вы в дальнейшем сможете использовать просто как некий чек-лист. И вот мы уже, казалось бы, обсудили эти три момента. На первый взгляд может показаться, что вот необходимость задумываться над всеми этими вопросами приходит не сразу. Ну вот у нас пока на проекте автоматизация только началась. У нас всего один автоматизатор, хорошо два автоматизатора. Он может прекрасно поговорить с каждым из ручных тестировщиков. Но вроде бы выстраивать какую-то инфраструктуру для общения зачем? Наверное, вот когда-нибудь, когда автотестов станут сотни или тысячи, или автоматизаторов будет там уже три и более человек и так далее, мы можем фантазировать. А давайте посмотрим, как выглядит minimum valuable product в автоматизации. Опять же, вот я этот вопрос пока озвучил, вы просто потратьте несколько секунд времени, чтобы для себя попробовать дать на него ответ. Задуматься и попробовать через призму своего опыта дать ответ всегда очень и очень полезно. И вот, что у нас из себя представляет MVP. Если мы говорим о проекте, то, во-первых, это настроенный CI/CD. Небольшое количество автотестов, вот специально подчеркнуто, три автотеста, да, на уровне UI, на уровне API, на уровне unit level, да. Система отчетности, причем обязательно двух видов, как для бизнеса, так и для тех спецов. Возможность запускать по требованию, там, еженочно, по расписанию и так далее. И система репортинга уже Best Efforts, которая бы еще подсчитывала какие-то метрики. И если мы говорим о продукте, то, ну, в общем-то, все то же самое. Только здесь уже идет некий, да, user flow, да, и репортинг больше с фокусом исключительно на бизнес. А для чего нам это нужно понимать? А это нужно понимать для того, в том смысле, да, что вы видите, даже при работе над MVP автоматизацией, то есть это просто шаг нулевой, нулевая итерация, даже не первая, нам уже нужно задуматься о traceability матрице. Потому что мы уже смотрим, что будут отчеты для бизнеса, условно для ручных тестировщиков, и для технических специалистов, например, автоматизаторов, разработчиков, в каком виде они хотят получить. А может быть, traceability матрица и будет таким дополнительным способом отчетности. А как работать с метриками? Возможно, опять же, среди метрик можно ведь делать traceability матрицу статическую. Вот то-то у нас покрыто автотестами, а это не покрыто. А можно помимо статической делать динамическую. Последний раз мы прогнали такое подмножество автотестов, и вот оно подсвечено на traceability матрице. Мы сразу видим, что нам нужно работать с каждым из уровней. А раз у нас работа идет с каждым из уровней, ну, значит, мы, наверное, не хаотично будем выбирать, какой тест-кейс на каком уровне реализовывать. То есть вы видите, даже при работе над MVP мы можем ее сделать как-то спустя рукава. За счет того, что здесь всего 3 автотеста, да, или 33, мы не увидим проблем сразу. Но уже сейчас видно, что выстраивать нужно с самого начала. И сразу возникает вопрос, да, а в каком виде вы формулируете ваши тест-кейсы? Ведь артефакты могут быть очень разными, да, user story, тест-кейсы, чек-лист, геркин, что угодно. Вот тоже задумайтесь на секунду. Кажется, что вещи очень разные. Как они в рамках одной инфраструктуры будут работать?
Давайте подумаем. И вот конкретный пример. Представьте, когда у нас есть такая полноценная, те, что я показывал упрощенные, в конце я покажу вам реальные проектные, даже прямо с замазанными проектными деталями, покажу конкретные traceability матрицы. Какой идет основной прямо вот процесс? Грубо говоря, у нас есть, например, минимум marketable feature, фича, user story, там, backlog item. И дальше вот уже с backlog item так или иначе у нас будут ассоциирован один и более user story. Или, да, или тест-кейс, или чек-лист. Или, например, если мы работаем в BDD-стиле, причем, да, это тема отдельного разговора, как в нем правильно работать, согласен ли я или не согласен с подобным подходом. Но зачастую даже вот стараются, чтобы ручные тестировщики писали все свои тесты на Геркин, хотя они не подразумевают стопроцентной автоматизации, просто чтобы был single source of truth. Вот все на Геркин, все в одном стиле. Да, неважно, мы сейчас оставим за скобками, кому это удобно, кому неудобно, какие есть плюсы и минусы. Алгоритм у нас один. Мы в идеале в автотесте делаем одну и только одну проверку. Раз. И опускаем ее на самый нижний уровень. Два. В итоге, как в идеале происходит планирование автотестов? Имея все это в виду, собирается команда, рассматривает backlog item, рассматривает связанные с ним артефакты, user story, тест-кейсы, чек-листы, Геркин примеры, и пытается разбить их на набор атомарных проверок. Ну, чек-лист в этом плане подходит идеально. Он уже при правильном составлении содержит набор атомарных проверок. Тест-кейс мы в итоге понимаем, что в нем сейчас, да, в ручном тест-кейсе есть 8 проверок. Там, в юзер-сторе столько-то. И вот получается уже отношение один ко многим. И дальше у нас есть тест-кейс превратить в на самом деле 8 проверок. Далеко не все из них стоит автоматизировать. Возможно, некоторые из них просто физически невозможно автоматизировать. И вот уже у нас получается точно дырявое покрытие, и это нормально. У нас не должно быть стопроцентной автоматизации. И почему нужно, чтобы мы все вместе говорили? Вот ручные тестировщики при консультации с автоматизаторами и разработчиками вот сформулировали эти атомарные тест-кейсы. И дальше говорим, кто на каком уровне способен автоматизировать. Вот есть, не знаю, специалист с фокусом в UI-ной автоматизации. Он всегда тянет руку практически, говорит, я могу сделать на уровне UI. Он говорит, подождите, сначала нужно выслушать начальника транспорта. Транспортного цеха. И тут вдруг разработчик говорит, смотрите, вот эту проверку я смогу сделать вообще на уровне UI, да, я на JavaScript напишу микро-юнит-тест, который будет проверять корректность ввода в такое-то поле на уровне регулярных выражений. Вот здесь на бэкэнде другой разработчик, я могу написать юнит-тест. И вот у нас уже, да, один тест-кейс превратился в 10 проверок, две из которых закрыли разработчики юнит-тестами. Подумали, подумали, и оказалось, что еще парочку могут закрыть. Затем думаем, что можно сделать на уровне API и на каком. С матированием, без матирования. И вот мы выбираем соответствующие пункты, и у нас получается четкий план работы, за которым можно дать приоритеты, который всем понятен. И дальше каждый получает то, что хочет. Ручные тестировщики точно видят, что им нужно проверять ручками. И автоматизаторы точно знают, что им нужно автоматизировать и в какой последовательности. А разработчики вовлечены в процесс обеспечения качества. Они точно напишут хоть этот минимум юнит-тестов, который точно непосредственно отразится на наших тест-кейсах.
И опять же, в процессе общения будет идти перекрестный knowledge transfer, они будут развиваться именно как тестировщики. Я сам пришел из разработки и прекрасно помню первые попытки всех разработчиков начинать писать юнит-тесты. Код красивый, хоть в рамочку ставь и в музее выставляй, но он тестирует не то, что надо, не так, как надо, не с теми данными и так далее. Всему нужно учиться. И что мы в итоге понимаем? Есть ведь еще дополнительные факторы, которые будут влиять на нашу трейсабилити-матрицу и на приоритеты, по которым мы будем, так сказать, вести ее перекрашивание из неавтоматизированного в автоматизированную. Да? А это value ручных тестировщиков, business value и risk management examples. Прошу вас, подумайте, это хорошие вопросы, вы дома самостоятельно или в группе можете дать на них ответы. И да, какие ТМС вы используете? Я для примера взял специально две. Первая ТМС – это Zephyr. И вот вы видите, как выглядит, причем вы видите, что все закрашенные. Это в то, что покрыто автотестами. Это общая статическая картина. Зеленая показывает динамическую картину последнего прогона. Да, специально, видите, я тут позатирал, чтобы вот точно вся закрытая информация осталась закрытой. Вы помните, что у нас было гораздо больше колонок? Это действительно так. В некоторых случаях, да, для менеджмента, например, ему будет не важны вот такая детальная прямо по тест-кейсам и так далее информация. А вот нам может быть неинтересна в данный момент информация по MMF, фичи, еще чему-то. Я работаю с конкретным backlog item. Поэтому мы дополнительно настраиваем фильтры. Если же говорить о другом популярном инструменте, да, в крайности впасть, то вот у нас наша Google шитовская таблица. И вы видите, что у нас будет и проект, и команда, и модуль какая-то с веб-системы, и фича, и backlog item. И видите, что оказалось гораздо больше даже тех пунктов, которые я там привел. Бизнес некие requirements, да, атомарные проверки, видите? И это половина таблички. Вот вторая половина. И вот таким образом можно очень удобно выстроить работу. Это будет очень серьезным помощником. Да? Ни одна инфраструктура не заменит всего целого. Вам нужна методология, вам нужно личное общение, да? Вам нужны целый ряд других способов взаимодействия и обеспечения качества. Но вот это трио, мне кажется, очень удобно и понятно всем стейкхолдерам. Вот, кстати, примеры вопросов специально вот здесь еще, на которые вы потом можете самостоятельно ответить. Я думаю, что у нас уже просто, да, вышло время. Я думаю, мне сейчас зададут лучшие вопросы наши модераторы. Я постараюсь на них ответить и постараемся выбрать Антон, да, вопрос. Спасибо огромное за выступление, за подробный такой рассказ. Я еще знаю, что ты хотел поделиться файлом, да, с нашими участниками. Каким образом ты хотел бы это сделать? Ссылку оставить или разослать? Скажем так, это хороший вопрос. Я думаю, что лучше всего, чтобы мы выложили видео на какой-то общий хостинг, не знаю, YouTube, например. И выложили просто на слайд-шер презентации, потому что я всю информацию вместил в презентацию, то есть она дальше еще долго продолжается, просто там уже в большей степени справочная информация. Mm-hmm. И вот тогда получится, что у нас есть, к примеру, видео на YouTube и под ним линк на шер. Опять же,
Например, эту информацию можно разослать в письмах. Ну, я думаю, те, кто не против получить письма вот с такой дополнительной информацией. Да, мы обязательно выкладываем на YouTube записи наших митапов. Выкладываем мы, как правило, в течение недели, ну, двух недель. Вот, и делимся также в наших социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграм-канале, в Lux of Trasha. Вот, поэтому обязательно либо на YouTube можно зайти в Люксов, посмотреть, кому интересно, расширим. Вот. Пока Антон выступал, я просила коллег отсматривать вопросы. Вижу, что написал. Можно зачитать, можно зачитать, а можно я зачитаю, как да, будет да, удобно. Может быть, да, было бы удобно, чтобы да, вы зачитали, угу. А я отвечу. Дим, я правильно понимаю, что вот этот вопрос, почему большинство автоматизаторов, да, то есть ты его выбрал как наиболее интересный? Два вопроса я выбрал. Первый mm-hmm. это, может ли Automation QA полностью уйти от мануального тестирования mm-hmm. и должен ли он к этому стремиться? Такой очень да, интересный классный вопрос. Мне да. тоже понравился. Хороший вопрос. Смотрите, есть две противоположные тенденции. И да, классическая диалектика. То есть, с одной стороны, очень важно понимать картину от начала до конца. И особенно высоко ценятся специалисты-универсалы. Особенно те, кто находится на стыке двух дисциплин. Вот у нас есть обеспечение качества, у нас есть разработка, стык этих двух дисциплин, автоматизация. И если ты действительно хорошо владеешь одним и другим, ты становишься незаменимым специалистом. Даже посмотрите на количество Нобелевских премий по смежным дисциплинам. Почти все они там физическая химия, химическая физика, и они даже между друг другом отличаются, хотя, казалось бы, да, тут от перестановки слов, да, смысл изменился. Поэтому в идеале, вот если говорить о действительно высоком уровне профессионализма, человек должен уметь делать все. Здесь же нужны и элементы DevOps, да, ну, потому что порой нам нужно что-то сложное настроить, и не всегда DevOps-команда может сразу же уделить нам время. Плюс, прежде чем начать писать тест, сколько бы у нас документации не было, нам все равно нужно глазами увидеть UI условно, да, либо просто посмотреть запросы, да, что получает, что отправляет API, да, то есть все равно ручками чуть-чуть поиграться, чуть-чуть изучить. Поэтому, во-первых, работа будет все равно, пусть 99% автоматизации и 1% ручного, но он все равно останется. И особенно высоко будут ценить специалистов-универсалов, которые могут делать все. Это одна тенденция. С другой стороны, автоматизаторов на рынке труда так не хватает, что вот посмотрите все курсы по автоматизированному тестированию. В них нет вообще либо это вводное занятие, либо вообще нет информации о ручном тестировании. По простой причине. Трудно объять необъятное. Хотя бы пускай молодые специалисты изучат основы программирования, основы автоматизации, остальное изучат в бою. Поэтому, ну вот, двояко. Диалектично. По-другому не отвечу. Да, спасибо. Есть еще вопросы. Будем более динамично двигаться дальше. Да, у нас да, еще впереди быстрее. Два классных выступления. Вопрос следующий. Почему большинство автоматизаторов на том или ином проекте убеждены, что можно обойтись без ручных тестов? Кстати, вот похожий вопрос смежный. Ведь если нет хорошей базы у ручных, то и не будет хорошей базы у автосерверов. Как работать в этой борьбе и существовать в этом противостоянии? Если все автоматизируем, начинаем жить счастливо, то может тогда и не стоит заморачиваться над всякими кейсами, планами, таблицами и над этим ручным тестированием? Да, очень хороший и очень утопичный вопрос. Скажем так, в любом случае, для того, чтобы согласовать работу большого количества людей,
нужны планы, бумаги, да, вопрос в том, как сделать их максимально удобным и понятными для всех. Но, понимаете, даже если мы организуем просто поход с друзьями на шашлыки, мы все равно должны составить, что взять, кому брать, где брать, не забыть там перепроверить. У нас уже будет целый пакет чек-листов, да, даже для того, чтобы съездить отдохнуть на шашлыки. Точно так же здесь. Есть компании, у которых 100% автоматизация. И таких компаний много. Взять тот же Facebook. Он, наверное, уже более 10 лет выпускает релизы 2-3 раза в день. И, естественно, у него все заавтоматизировано. Но представьте, какое количество у него есть трейсабилити матриц, тест-кейсов, чек-листов там, и вот всей этой инфраструктуры, чтобы точно вот в этой трейсабилити матрице в покрытии не было ни одной дырки, чтобы мы точно вот получили приложение, которое будет работать. Ведь с Фейсбуком работают сотни миллионов людей. Убытки от каждой ошибки огромные. И это особенность бизнеса. Это не потому, что автоматизировать Фейсбук дешевле, дороже. Просто физически ручками 3 раза в день выпустить такого монстра невозможно ни при каких обстоятельствах. Почему такое мнение придерживаются? Мне кажется, что это просто молодость нашей отрасли. Да, молод я был и горяч. Ну, мы в юности склонны мыслить категорично. Я точно так же помню, да, я начинал с ассемблера, потом перешел на язык C++, как я любил именно свой дорогой язык C++. А остальные, ну, тоже хорошие, конечно, но мой-то самый лучший, это же понятно. И только с опытом ты понимаешь, что язык – это инструмент, для которым ты решаешь цели. И неважно, плюсы, Python, Java, .NET или еще какие-то. Это просто инструмент. А самое главное, что ты из этого инструмента вылепишь, какое произведение технического искусства создашь. Мне кажется, вот подобные формальные процессы помогают, они сглаживают, да, то есть ты сразу зашел в такую систему, в рамках которой ты и работаешь. То есть меньше поводов для разногласий, для скандалов, для еще чего-то. Ну и просто общаться. Может быть, делать иногда какие-нибудь технические а-ля техтоки, где в том числе поднимать вопросы вот подобные. По-другому никак. То есть просто объяснять. Антон, спасибо за душевный такой ответ, как за чашкой чая. На самом деле у нас очень мало остается времени. Какое будет предложение? Мы можем выбрать из этих двух, либо ты можешь еще почитать, пока выступают другие, и мы можем разыграть этот билет там после следующего выступающего сказать. Вот, может быть, будет более правильно, думаю, ты пробежишься. Я думаю, будет правильнее, да. Я сейчас прочитаю все вопросы, дам на них письменные ответы, и после мы объявим. У меня убедительная просьба к нашим участникам. Пожалуйста, пишите свои вопросы в Q&A session, вопросы и ответы. Почему? Потому что мы, когда там отвечаем вам письменно, есть вопросы, там, посоветуйте, в какой тренинг-центр пойти, я сейчас вижу, или как перейти с ручного на автоматическое, с чего начать в автоматическом. Ну, то есть такие вопросы, на которые наши коллеги постараются вам ответить, и мы будем видеть, сколько вопросов отвечено. Если мы кому-то не успеем ответить, мы затем ответим по электронной почте. Вот, все билеты будут обязательно разыграны. Я попрошу, пожалуйста, сейчас, пока выступает Дмитрий, я его сейчас представлю. Антон, Вадим, отвечайте на вопросы. Вопросов много, сегодня аудитория у нас большая. И максимально интересные мы опять вынесем после, соответственно, выступления Дмитрия. Итак, сделай, пожалуйста, Антон, аншер. Сейчас будет выступать Дмитрий, сотрудник Люксофта. Дмитрий более 6 лет в тестировании. Еще буду небольшим спойлером. У Димы сегодня день рождения. Давайте его все поздравим. Вот, сегодня в свой день рождения он выступает
Вот, вот так вот мы попали. Дима, еще раз тебя с днем рождения. Мы тебе желаем, чтобы все твои мечты сбывались. И большое спасибо, что ты в свой день рождения уделил нам время и расскажешь о своей любимой тестировке. Вот. Антон. Спасибо большое. Да, да. Надеюсь, я освободил или я провалился на подаче документов? Нет, не освободил. Я тебя еще вижу, твою презентацию. Да, сейчас. Сейчас я... Угу. Просто отключи демонстрацию экрана. Вот, вот если бы бабка знала ответ на этот вопрос. Да, как... Там есть такая зелененькая кнопочка посередине, она демонстрация со стрелочкой, вот. Зелененький горит. Вот да. Там нажми, и можно... Он мне предлагает только делиться. Только делиться? Там точно должна быть кнопка. Вот. Нет, сейчас ты вышел на свою презентацию, да, попробуй. Сейчас я вышел, поделиться есть, не знаю. А вы у меня можете забрать как администратор? Сейчас... Вот. А вот сейчас у тебя получилось. Все, супер, спасибо. Дима, мы справились. Вот что значит хатеры со стажем айтишным. Да, сейчас Дима расскажет о себе. Дим, тебе слово. Давай, жги. Коллеги, всем привет. Рад, что вы подключились к нашему мероприятию. Тема моего доклада довольно-таки философская, и она звучит как «Есть ли жизнь после написания автотеста?». В своем докладе я хочу напомнить о важности регулярного запуска автотеста, о пересмотре результатов пробега этих тестов и о анализе каждого падения. На примере своего проекта я расскажу о том, как мне удалось построить этот процесс вместе с командой моей. Я расскажу, какие фичи мы реализовали и как нам удалось уменьшить время, которое мы тратили на саппорт тестов. Перед тем, как мы перейдем к презентации, еще немножко расскажу о себе. Я тест-лид компании Luxoft. Как сказала Екатерина, работаю уже 6 лет. Я начал свой путь в Luxoft, пришел интерном, и где-то за 3-4 года я дошел до тест-лида, и на данный момент я отвечаю за ручное и автомейшн-тестирование продукта, который связан с электроэнергетикой. Также я частично отвечаю за успешные релизы нашего продукта, и так как мы немножко отвечаем за то, что у людей будет в доме электроэнергия, то тестирование этого продукта очень важно и очень сложно. Итак, первое, что я хочу поднять, это те проблемы, с которыми мы столкнулись, когда пришли к автоматизации. Автоматизация уже была на проекте, но она была в довольно-таки слабом состоянии. И я думаю, что эти проблемы актуальны также для ваших проектов. И там, если возможно, напишите, пожалуйста, в чатик проблемы, которые у вас есть. Мне будет интересно почитать. Значит, какие проблемы у нас были? Первое – это плавающее нерегулярное расписание тестов, которое приводило к тому, что команда не понимала, когда у нас есть пробеги тестов, когда у нас нету, какой тест у нас пробежит и так далее. Вторая проблема, которая у нас была, это довольно-таки длительное время, пока мы получим результаты пробега этих тестов. У нас это было 10-12 часов, что тоже очень-очень долго. И когда мне как тест-лиду быстро нужен статус во время релиза, то я не могу ждать 10-12 часов, пока пробегут все тесты. Следующая проблема – это большое количество времени, которое расходовалось на то, чтобы пересмотреть пробеги тестов. И далее более глубокая проблема – это достаточно большое количество неизвестных падений, то есть когда автоматизатор видит фейл, но он его не может воспроизвести руками. Вот. И все эти четыре проблемы приводили к пятой – это демотивированная команда, которая было сложно мне как лиду заставить, если так можно сказать, мотивировать, регулярно пересматривать результаты пробегов тестов. Да. Все мы автоматизаторы, любим писать тесты, любим писать новый код, но мы не любим саппортить старые тесты. Вот. И моя задача была максимально приблизиться, максимально мотивировать команду смотреть старые пробеги тестов. В общем, мы собрались с командой, провели брейншторм, поняли, что так дальше жить нельзя, и нагенерировали список action-айтемов, которые
мы решили выполнить и которые должны нам помочь улучшить наше состояние автоматизации. Первое и самое такое фундаментальное, то, что мы выделили, это решить и понять, для чего у нас автоматизация на проекте, почему мы это делаем. Я дальше буду рассказывать по каждому экшн-айтему более детально, что было сделано и какие я предлагаю сделать шаги. Поэтому тут пока вкратце. Второй экшн-айтем – это улучшить CI/CD пайплайн для того, чтобы оптимизировать пробеги теста, уменьшить время пробегов, трекать результаты и так далее. Далее следующий этап, после того, как мы получим улучшение в нашем пайплайне, мы решили формализовать наш automation процесс. Далее я расскажу, какие подпункты в этом action item. Следующее action item – это уменьшить количество неизвестных ошибок. То есть мы эти тесты называем false fail тесты. И это такой большой-большой кусок работы, который затянулся на годы. И последнее – это добавить как можно больше фич в наш Automation Test Framework для того, чтобы уменьшить количество времени, которое мы тратим на саппорт тестов, и в целом улучшить жизнь автоматизаторов. Итак, давайте перейдем к каждому экшн-айтему. Надеюсь, что вы найдете для себя полезные идеи, вещи и придете в свои команды с тем, чтобы обсудить и, возможно, как-то улучшить часть, которая касается саппорта тестов. Итак, первый action item – это понять, для чего мы создаем тесты. Да? Это, возможно, довольно-таки простой вопрос, но автоматизаторы очень часто забывают его и пишут тесты просто для того, чтобы покрыть функционал тестами, и дальше ничего не происходит. Но, по моему мнению, автоматизация, ее основная цель – это быстро и регулярно проводить регрешн-тестирование продукта. Соответственно, это помогает менеджменту, заказчику быстро понимать статус, особенно во время активного девелопмента новых фич, либо во время релиза, либо когда кастомер запрашивает какие-то изменения, багфикс, нужно быстро проверить продукт. Собственно, весь новый функционал мы покрываем для того, чтобы в дальнейшем этот функционал перепроверять этими тестами. И тут я хочу выделить три уровня, скажем так, зрелости automation команды, и направлением является дойти до вершины вот такой пирамиды, которую я нарисовал. Первый уровень – это когда команда просто пишет тест-кейсы, покрывает функционал, но не думает, как это будет дальше, где они будут пробегать и так далее. К сожалению, на данный момент, так как мир весь очень сфокусирован на переходе к автоматизации, очень часто забывается о том, что тесты должны запускаться. Второй уровень – это когда тест-кейс у нас будет как минимум запускаться, но не факт, что кто-то будет смотреть то, как он пробегает. Да? И третий уровень, самый крутой, и то, куда нужно стремиться в каждой команде, и то, например, если вы там джуниор-автоматизатор, и вы хотите дальше развиваться, то всегда думайте о том, что тест, который вы пишете, в итоге должен пересматриваться. Он должен запускаться, пробегать, автоматизатор должен смотреть логи, он должен смотреть, почему он упал, и стараться его улучшить. Собственно, мы с этим разобрались, мы мотивировали каждого члена команды, плюс мы пригласили проект-менеджера, заказчика и определили ожидания от автоматизации. Дальше следующим этапом было улучшить CI/CD. И тут мы в первую очередь решили проблему с тем, что у нас очень долго бежали тесты, да. Мы это время уменьшили примерно до 5-6 часов после 12 часов, которые были изначально. И это было решено с помощью того, что мы создавали под каждый TSU, то есть под каждый набор тестов, отдельную виртуальную машину. Даже чуть заранее мы ее создавали. И параллельно на каждой виртуальной машине Jenkins запускает тесты. И потом в итоге все результаты тестов сводятся в базу данных Elasticsearch и отображается на дашборде в одном едином виде. Помимо этого, мы систематизировали расписание. То есть, во-первых, мы на каждом билде выделили четкий набор тестов, которые постоянно
запускаются. И второе, мы определили четко день, недели и время, когда у нас запускается полный набор тестов, всех, которые у нас есть. Таким образом, мы, во-первых, автоматизаторы, если знают день, когда будет пробегать полный набор, они могут постараться подфиксить какие-то тесты, улучшить фреймворк, чтобы получить лучшую картину. Я как тест-лид могу попросить дев-команду пофиксить какие-то блокеры в продукте и получить более глубокие результаты тестирования и так далее. То есть это очень удобно, и я очень советую всем иметь какой-то майлстоун запуска тестов. Также мы сделали несколько дополнительных улучшений в наш CI/CD. Это мы реализовали дашборд, который отображает все результаты тестов в едином виде. На нем автоматизаторы могут видеть скриншоты, если это UI-ный тест. Например, если тест упал, можно посмотреть, что было там, что случилось. Можно видеть логи, можно комментировать каждый тест в зависимости от того, там, понимания, почему он упал. И даже можно менять статус пробега, потому что если, например, автоматизатор его подфиксил и перезапустил, он пробежал успешно, то локально, например, нет времени перезапускать на Jenkins, то можно поставить этот статус прямо на дашборде. Вот. Также мы дали возможность автоматизаторам деплоить окружение, где бежал тест, в дебаг-режиме, то есть иметь в нашем случае Visual Studio, поэтому автоматизатор может прямо там на этой виртуальной машине продебажить тест, залить фикс и перезапустить тест и быстренько пойти дальше. И последний пункт – это опционально задавать не удалять окружение, где бежал тест. Это для таких самых нестабильных тестов удобная фича, которая дает возможность получить слепок окружения, на котором бежал тест. Хорошо, значит, после того, как мы получили четкое расписание и более-менее понятные инструменты для трекания результатов, мы решили формализировать наш automation процесс. И это такой самый для меня, как для тест-лида, самый важный пункт, потому что в целом мы тут пересмотрели отношение к правилам написания кода и definition of done каждой задачи. Во-первых, мы ввели обязательное код-ревью для всех коммитов, которые проводятся в наш репозиторий. Во-вторых, мы договорились, что автоматизатор должен запустить тест локально перед тем, как он его заливает на GitHub. Это тоже очень важно, кажется, простая вещь, но очень часто автоматизаторы заливают тест, который не пробегает. Далее, следующий – это проверка того, что тест действительно попадет в расписание и будет бегать на Jenkins. Это то, что касается таких общих правил. Далее, как я уже сказал, расписание. Еще раз пересмотрели, сделали его более простым и понятным. И два пункта, которые тоже мне как тест-лиду очень помогают. И если вдруг среди вас тоже есть люди, которые отвечают за саппорт тестов, я очень советую распределить сферу ответственности и каждый тест-юит, либо тест-группу заассайнить на человека. И это позволит, во-первых, как лиду понимать, кто ответственный, да, за эту группу. И во-вторых, если человек некоторое время смотрит за этими тестами, он уже знает, что они делают, знает примерно сценарий, может их потихонечку там неделя от недели улучшать, добавлять логирование, стабилизировать и так далее. Ну и последнее, это обязательно пересмотр результатов пробегов тестов, это должна быть обязательная дневная задача для автоматизатора. Это самый сложный пункт, но все-таки его нужно постараться сделать. Еще вот мы чуть-чуть формализировали workflow того, как нужно пересматривать тест. Да, если видишь падение, то такая справочка, как двигаться. Да? Если в первую очередь попробовать воспроизвести руками это падение. Если воспроизвелось, подумать, это ожидаемое поведение, либо нет. Если ожидаемое, обновить тест-кейс. Если неожидаемое, то зарепортить дефект в Jira. Вторая ветвь – это если у нас тест не отрепродюсился руками, и это более трудозатратная часть. Часто она может выделиться в отдельную задачу в следующий спринт.
И тут мы смотрим, возможно ли это отрепродюсить в debug environment на Jenkins. Если невозможно, то нужно подумать, посмотреть в историю, как тест падал ранее. Если он первый раз упал, посмотреть еще в будущем, подождать новых пробегов. Если в прошлом уже он падал, то опять же завести задачу на стабилизацию этого теста. Хорошо, значит, это были такие основные пункты. Теперь следующий action item – это уменьшить количество false fail тестов. И это то, что я говорил, что длится не один год, потому что всегда есть, как вы знаете, всегда есть тесты, которые тяжело стабилизировать, да, которые прямо бывают такие тесты, что прям целый челлендж, ты можешь его неделями пытаться подфиксить, чтобы он пробегал. Вот, и тут я выделил три этапа. Скажем так, это небольшая справка того, как нужно двигаться, чтобы прийти к какому-то выводу. Да. Первый – это нужно исключить факторы влияния окружения. То есть попробовать позапускать тест локально, либо попробовать изменить параметры окружения. В моем случае это могло быть, мог быть низкий перформанс клауда, это мог быть слабый процессор на виртуальной машине, ну, либо недостаточно оперативной памяти. Второй этап – это тест может быть нестабильным, да, могут быть какие-то очень короткие задержки между операциями, и из-за этого перформанс системы не давал возможности выполнить следующую операцию, потому что прошлое еще не закончилось. Тут на этом этапе можно поиграться с делаями, с вейтерами. Опять же, если тоже исключили и ничего не помогает, то, скорее всего, мы нашли самый крутой баг, и это баг, который воспроизводится только на специфическом environment. Его все-таки нужно завести в баг-трекинг-систему, и, возможно, этот баг мог бы когда-то появиться у заказчика на окружении. Да. И это такая интересная штука. Собственно, я очень рад, что нам получилось пройти эти все этапы, и мы не один десяток таких дефектов завели, которые руками не воспроизводятся, но которые пофиксили в продукте, и они могли бы когда-то привести к большим проблемам на продакшене. Ну и последнее action item – это реализовать как можно больше фич в automation фреймворке. У нас это был кастомный фреймворк, и мы написали его на C#, соответственно, мы были, скажем так, вольны в том, что мы делаем в нашем фреймворке, и наша цель была как можно упростить жизнь автоматизаторов и дать им возможность понимать, понимать там, почему тест упал как можно быстрее. Да. И первая фича, которую мы реализовали, это мы ее называем expected bug. Например, скажем так, у нас есть три шага в тест-кейсе, да, и на каждом шаге есть верификация. Если тест упал первый раз, он, естественно, будет со статусом failed. Но при этом автоматизатор заводит дефект в Jira, и у него есть возможность на второй шаг, вот там, где у нас было падение, вписать этот, скажем так, флаг для проверки. И в следующий раз, если тест словит тот же самый exception, то есть упадет на том самом куске функционала, и там вписан этот флаг, то этот шаг будет уже помечен как failed with known issue. Да, то есть мы нашли известную проблему. И финальный статус теста тоже будет failed with known issue. И это нам позволит в будущем при следующих пробегах уже не тратить время на то, чтобы пересматривать этот фейл, смотреть логи, и там такие, ага, окей, этот тест у нас уже падал. И так тогда, ага, окей, значит, это у нас уже база введена. Во время активного девелопмента это очень помогает, и мы не тратим время на пересмотр таких фейлов. Да, и мы сфокусированы только на тестах, которые действительно упали в первый раз. Вторая фича, которая нам нашла довольно-таки большое количество интересных багов, это System Health Check. Что это такое? Мы в параллельном потоке к нашему тесту запускаем поток, который смотрит за процессами нашего продукта,
смотрит утечки памяти, смотрит потребление процессора, наличие дамп-файлов. Если вдруг что-то случается, да, какой-то процесс крэшится, то наш фреймворк останавливает тест, помечает его как failed и пишет в логах, что произошло. Да, там, например, процесс такой-то потреблял там больше 5 гигабайт памяти. Далее, третья фича, о ней я уже немножко рассказывал, да, это возможность перезапустить тест в тест-сюите. Ну, я думаю, что для большинства современных инструментов автоматизации это и так уже есть, и тут я могу не останавливать ваше внимание. И несколько дополнительных фич – это возможность сохранять логи в storage, если у нас упал какой-то специфический степ. Это запускать тест, продолжать пробег теста, если у нас случилось несколько уже до этого падений, и генерировать автоматически тестовую документацию. Ну и так как у нас этот путь занял примерно 3 года, мы в целом достигли решения проблем, которые я изначально озвучивал. И помимо этого нам удалось получить, скажем так, самодостаточный тестовый фреймворк на C#. Мы увеличили количество тестов, мы увеличили количество пробежавших тестов за неделю, увеличили покрытие до 90%. Ну и такие более общие вещи, как мы наконец-то стали находить больше дефектов, чем мануальная тест-команда, больше регрессий. Самое для меня интересное – это то, что мы находим дефекты, которые мануальные тестировщики не могут воспроизвести. Ну и несколько планов на будущее. Это, если вдруг вам будет интересно, напишите в чате. Я могу расписать более детально, да, у нас сейчас не сильно много времени. И, собственно, все. Надеюсь, вам было интересно. Я жду ваших вопросов. Мне кажется, было очень интересно. Большое количество вопросов, помимо поздравлений, куча вопросов. Вот. И сейчас попрошу, Антон, скажи, пожалуйста, во-первых, что касается твоих вопросов, выбрал ли ты, который тебе больше всего понравился на твое выступление? Вот с этого начнем. И затем, может быть, некоторые вопросы по выступлению Дмитрия, которые тебе понравились, тоже можешь озвучить. На самом деле поставили меня в тупик. Так много интересных вопросов, да? Что я дал ответы еще не на все из них. Можно я дам ответы еще и после выступления Вадима в самом конце, потому что я хочу действительно все вычитать, на каждый дать ответ. У меня появился первый фаворит. Но я не хочу делать, так сказать, ложных выводов, и чтобы кому-то было обидно, что до его вопроса не дочитали. А может быть, лучше Вадим пока задаст вопросы Дмитрию, потому что я был так погружен, что вот я просто утонул в вопросах, слушал краем уха Дмитрия, но выбрать вопрос уже сам не смог. Вадим, сможешь? Да, конечно. Спасибо большое. Есть, на самом деле, несколько вопросов, которые мне действительно хотелось бы тоже, так сказать, передать Дмитрию из тех, что были заданы. И первый, пожалуй, при разделении зон ответственности на разных автоматизаторов не возникает ли риска, что в случае отпуска или увольнения члена команды другим будет сложно саппортить его зону ответственности? Как вообще этот риск можно анализировать? Да. Есть такой риск, поэтому у нас есть один главный человек и один, который подхватывает, если первый в отпуске, либо на больничном, либо еще где-то, да. Поэтому тут, скажем так, профит от этого дела больше, чем возможные риски. Поэтому, но если кто-то увольняется, то есть время на knowledge transfer, да, передать знания по тому, как идти по этому функционалу, по этим тестам, там, несколько недель. Вот, так что... Да. Мы так уже прожили год или полтора, поэтому все нормально. Угу. Следующий вопрос, да, Вадим? Да. Есть ли у вас дедлайн на фикс тестов с пометкой с известным багом?
как вы в дальнейшем работаете с этой пометкой. То, что какой-то тест не проходит до конца, скрывает за собой риски наличия багов в следующих после возникновения известного без бага шагах. Угу. Хорошо, давайте по второй части. Фича эта реализована таким образом, что если у нас есть падение в каком-то шаге, мы нашли известный баг, мы все равно идем дальше и проверяем остальные шаги. То есть мы не пропускаем дальнейшие баги, которые есть на других шагах. Первая часть вопроса у нас... Тут надо разделить, да, дедлайн на фикс теста и дедлайн на фикс дефекта в продукте. Дедлайн на фикс дефекта я не могу определять, то есть это может быть и недели, и месяцы, поэтому тест будет падать со статусом failed with known issue до тех пор, пока дефект не будет пофикшен. Тогда поведение продукта изменится, и тест снова будет отмечен как failed, потому что он не попадет на этот exception. Да? А второй кейс – это когда нам нужно тест проапдейтить, то обычно у нас дедлайн – это следующий спринт. Да? То есть мы собираем вот эти все known задачи на то, чтобы проапдейтить тест, закидываем их в следующий спринт и стараемся их за следующий спринт все починить, проапдейтить тесты. Вот так, если коротко. Есть еще, спасибо. Вадим, вопросы? Да, есть еще один интересный вопрос, который мне тоже интересен. Я немножечко эгоистично. При помощи каких тулов вы трекаете состояние среды во время прогона тестов? Как часто такое происходит, и что тесты из-за среды фейлятся? Да, это очень хороший вопрос. У нас есть проблема такая, что у нас, к сожалению, нет возможности прям подключить какую-то систему мониторинга ресурсов на том клауде, где мы запускаем тесты. Да? И единственное, что мы смогли реализовать с помощью нашего фреймворка, это писать в логах, сколько у нас было доступно виртуальной памяти, сколько было доступно жесткого диска там, и какой процент загрузки процессора на момент падения теста. Да. И, собственно, потом, когда у нас тест упал по причине окружения, мы видим, что у нас оставалось там 100 мегабайт свободного места на диске C. Собственно, можно предположить, что все закрашилось из-за этого. Вот примерно так. Но, конечно, это все не сильно серьезно, потому что, да, должна быть система. А по поводу процента, ну, мы стараемся в целом... Там, в целом я не могу сказать из-за NDA точно, да, какие цифры, но есть такой процент, который там тестов, которые падают из-за окружения. Дим, спасибо. Дим, мы готовы выбрать лучший вопрос из этих трех, либо ты хотел бы тоже почитать, пока выступает Вадим. Как поступим? Ну, я думаю, что справедливо будет все-таки, если я почитаю, да, потому что может... Да, мы на самом деле хотели разыграть one by one после каждого выступления, но очень много вопросов. Вот просто на 35 мы ответили, 55 вопросов еще висят, и это только в чате вопросов и ответов. И я вижу, что вы еще в обычный чат пишете. Вот, мы сейчас постараемся... Антон со своей стороны выберет лучший, да, вопрос и максимально ответит. И, соответственно, Дмитрий со своей стороны тоже вам будет отвечать и выберет ответ. И после выступления Вадима мы дадим им слово и разыграем наши билеты. Я, кстати, вижу очень круто, что наши участники практически не уходят, не разошлись. То есть это интересно. То есть вот... Пришло огромное количество людей, да, и продолжает находиться вместе с нами. Вот, спасибо вам, что вы с нами, и передаю слово Вадиму. Вадим также с большой глубокой экспертизой в QA, более, по-моему, 7 лет, если я не ошибаюсь, и является активистом сообщества Камакабай, еще один представитель, вот. О себе он расскажет чуть подробнее. Попрошу Диму. Дим, сделай, пожалуйста, аншер своего экрана. Будем передавать слово Вадиму. Угу. Вадим уходит сейчас, там. Сейчас, одну секунду. Вадим где-то летает в космическом корабле. Да.
мы с тобой где-то рядом, я тоже. Немножко в разных. Кто узнал, что у меня за космический корабль за спиной, можете, в принципе, в чатике написать. Это дает, это увеличивает шансы попасть на конференцию. Не знаю, посмотрим. Вот, окей. Все. Так. Тебе слово. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Начну, наверное, по традиции с нескольких слов о себе. Меня зовут Вадим, как уже вам сказали. Я в настоящий момент работаю в компании Enable в качестве technical test lead. На самом деле компания Enable – компания продуктовая, но тема, на которую я буду говорить сегодня, она, наверное, больше интересна будет тем, кто работает в аутсорсинговых компаниях. Хотя, в принципе, продуктовикам тоже будет интересно. Почему, тем не менее, я считаю, что имею право рассуждать на темы, характерные для аутсорса? На самом деле, да, я до Enable достаточно долго проработал именно в аутсорсинге. И основной мой опыт, будем говорить, связан как раз-таки с аутсорсом и с автоматизацией тестирования именно в контексте аутсорса. Поехали. Поскольку уже вечер, я понимаю, что вам всем тяжело слушать в такое время. Мне, представьте себе, как тяжело вам все это будет рассказывать, поэтому давайте немножечко попытаемся поиграть. Игра будет заключаться в том, что по ходу презентации у меня слайды будут в большинстве своем снабжены картиночками, которые должны каким-то образом ассоциироваться либо с конкретной темой слайда, либо с тем, о чем я говорю в этот момент. Ваша задача будет, если вы распознали какую-то отсылку, просто написать в чатике ее значение. Например, вот здесь с кубиком Рубика, тут вполне все очевидно, как мне кажется. То есть кубик Рубика – это головоломка, и поиграем мы тоже с вами в такую, будем говорить, головоломку. То есть надо будет включать мозг. Вот. Соответственно, вы пишете, кубик Рубика – это головоломка, а там мы будем играть в головоломки. Поехали. Давайте представим себе для начала ситуацию, что вот к вам пришел менеджер, кто бы там у вас ни был, и говорит, что вот у нас есть новый проект по автоматизации, мы пока о нем ничего не знаем, но вот заказчик хочет автотесты. Какие первые ваши действия? Ну, соответственно, в первую очередь нужно максимально узнать вообще, собрать информацию о проекте. Уже можно играть в отсылки. Каким образом нам нужно узнать? Естественно, нам нужно это сделать через общение с заказчиком. Для того, чтобы с заказчиком пообщаться максимально эффективно, а не просто там переливать из пустого в порожнее, нам нужно, собственно, подготовиться и перед общением с заказчиком подумать, а что именно мы хотим у него узнать для того, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем. Какая именно информация нам будет нужна от заказчика. Для этого, собственно, имеет смысл составить какой-то список вопросов, которые вы будете задавать. Давайте, собственно, подумаем, какой список этот может быть. В первую очередь предупрежу, что то, о чем мы сегодня с вами поговорим, то, что мы будем видеть, кстати, давайте, наверное, сверну, это не какой-то исчерпывающий список вопросов, с которым можно там бежать на любой проект к любому заказчику и делать сразу же какие-то выводы. То есть тут будут самые базовые основные вопросы, которые точно нужно будет спросить. Некоторые вопросы будут друг с другом взаимосвязаны, и если ответ на один из них, допустим, отрицательный, то следующий, может быть, нет смысла задавать. Или наоборот, там, если какой-то вопрос задан, на него получен положительный ответ, непременно надо задать еще и другой. Некоторые вопросы нужно будет расширять и дополнять по ходу того, как вы будете их задавать, ну, обсуждать с заказчиком. То есть если ответ такой-то, то надо обязательно уточнить, а может быть что-то еще вы можете нам сказать. На некоторые вопросы нужно будет отвечать самим себе скорее,
А некоторые будут такими вбросами, будем говорить, которые скорее служат не для того, чтобы получить ответ, а чтобы донести информацию до заказчика. Ну, я буду отдельно отмечать, какие из них являются таковыми. Вот, поэтому в конце у нас будет такой список вопросов. Используйте на свой страх и риск. Я не отвечаю за последствия. Значит, еще один такой дисклеймер. Я здесь буду в каких-то местах выступать в роли такого капитана очевидность, то есть какие-то из вопросов будут абсолютно очевидными, что да, действительно, вот все знают и так, что надо их задать, но обойти их стороной нельзя, потому что да, они обязательны для выяснения. Итак, поехали. Собственно, все вопросы к заказчику и к себе я разбил на некоторые группы. Первая из них касается домена самого приложения. Вторая – ожидания у заказчика. Третья – по конкретным задачам, которые должна будет решить наша команда для заказчика. Далее вопросы касательно технологического стека. Вопросы касательно окружений. Вопросы по процессам. В первую очередь нас будет интересовать процесс тестирования в целом, но и процесс разработки тоже весьма полезно узнать, как устроен. Вот. Ну и пунктик по поводу коммуникации, то есть как, с кем, когда коммуницировать. И последний пункт – это отчетность. Опять же, подробнее сейчас давайте по всем и пройдемся. Значит, по поводу бизнеса, естественно, да, вам нужно попросить рассказать больше о бизнес-домене, в котором тестируемый продукт. Для чего это нужно сделать, я думаю, сильно объяснять не нужно. Всегда проще набрать команду, поскольку на этом этапе у вас еще, вероятно, даже команды как таковой нет. То есть есть вы и есть заказчик. Так вот, набрать членов команды проще, исходя из того, владеют они каким-то доменом или нет. Например, если человек уже работал там в сфере финансов, с какими-то приложениями, ему гораздо проще будет работать с финансовым приложением, потому что он уже знает какие-то тонкости и нюансы, которые там встречаются. Если это что-то связанное там, с законодательством, с медициной там, и так далее, всегда проще работать человеку, который с этим уже каким-то образом сталкивался. Ну и конкретное уже описание проекта, то есть что из себя будет являть само тестируемое приложение. Вот. Это касается бизнес-домена, далее по техническому домену. Так, что-то мне перескочило. Да, во-первых, важно узнать, каков тип приложения. Это может быть, там, не знаю, веб-приложение, мобильное приложение, десктопное, какое угодно. И какой используется стек технологий в разработке. Опять же, почему это может быть важно? Не всегда, но может быть. Ну, в общем-то, зачастую для каких-то отдельных стеков характерно там использование каких-то, опять же, либо библиотек, либо какие-то есть нюансы технические, которые могут упрощать или усложнять нам автоматизацию. Опять же, я всегда был сторонником того, что не обязательно привязка стека автоматизации прямая к стеку разработки. То есть если приложение написано на питоне, это не значит, что нам непременно автотесты надо писать на питоне. Но некоторые зависимости, некоторые технические нюансы могут быть, поэтому лучше в любом случае знать, на чем приложение написано, с использованием каких инструментов. А следующая секция касается ожиданий. Тут, в принципе, вопрос действительно очевидный, какова же наша цель как автоматизаторов, а вот ответ на него очень часто бывает неочевиден даже для самих автоматизаторов. Заказчик чаще всего вообще не вполне четко понимает, зачем ему автотесты, это очень распространенная ситуация. Как правило, они говорят, что да, автотесты нужны, чтобы там автоматизировать часть работы, что по сути является тавтологией, то есть ну, автотесты для автотестов – это некорректно. И тут вот это один из тех вопросов, который нужен в том числе и для того, чтобы сделать правильный вброс. Тут мы сами должны подсказать, что мы можем, какой результат мы можем обеспечить внедрением автоматизации. Например, там расширить покрытие тестами. Поскольку ручными тестами в одни и те же сроки все понимают, что одинаковое количество функционала покрыть можно, но нужно использовать сильно больше рук.
Потом потенциальный результат – это сокращение времени на тестирование, что, в принципе, тоже понятно. Но опять же, да, мы должны это с заказчиком прояснить. Да, вы хотите сократить время на тестирование. Если так, то идем, исходя из этого плана. Через это мы можем, допустим, сделать релизы более частыми. Или можем там через дополнительную какую-то отчетность, через измерение каких-то дополнительных метрик, мы можем увеличить именно прозрачность процесса контроля качества для заказчика. Опять же, он этого может всего не знать на момент, когда он говорит, я хочу автотесты. Наша задача ему подсказать. Дальше, как раз исходя из ожиданий, переходим непосредственно к задачам. И первый вопрос здесь – это стоит ли нам начинать процесс автоматизации с нуля или необходимо ли это делать? Или мы просто берем какое-то текущее существующее решение и вносим в него улучшение, дополнение, изменения. Если с этим разобрались, да, вот допустим, да, надо стартовать с нуля, тогда мы понимаем, что мы будем принимать решение, исходя из того, что, условно говоря, мы считаем оптимальным решением. Если нет, то нам придется мириться с тем, что, собственно говоря, имеется у заказчика на сегодняшний момент. Здесь правая картинка тоже имеет в себе определенную пасхалку. Потом следующий вопрос по задачам – это все-таки какие виды тестирования мы будем проводить или автоматизировать уже. Тут вопрос опять же к заказчику, который с ним нужно будет обсудить, чего он ожидает от нас с этой точки зрения. Проговариваем, нужно ли тестировать чисто функциональность или, возможно, нужно будет еще и тестировать безопасность, производительность. Какие-то еще виды тестирования проводить, опять же, исходя из того, что нам нужно будет набирать команду, и нам нужно знать, какие специалисты в этой команде будут нужны. Уточнили. Дальше разбираемся, какие из слоев для тестов мы будем автоматизировать. Это тоже такой небольшой вопрос-вброс, потому что для заказчика зачастую не всегда, но зачастую. Очевидно, что да, вот UI-ные end-to-end тесты – это круто, потому что мы видим, как они работают, мы их понимаем, соответственно, нам нужно их автоматизировать в первую очередь. Так вот, этот вопрос – это хороший шанс рассказать как раз-таки о том, что есть и другие слои, и что оптимально было бы как раз начинать работать с тестовой пирамидкой снизу вверх, а не сверху вниз. Дальше вопрос, какие типы тестирования. Ну, я думаю, что тут отсылку к смоук-тестам все поймут в картинке, остальные можете попробовать разгадать сами. Вопрос, какие из типов тестирования мы будем автоматизировать, и обязательно, да, проговорить, какие мы не будем автоматизировать, чтобы, опять же, мы были на одной страничке с заказчиком, чтобы он не ожидал, что вот, а я думал, что вы будете там покрывать вообще все-все-все на свете, а на деле вы такие нехорошие взяли и только самые базовые тесты покрыли. Вот четко должно проговариваться, что мы делаем, а чего мы не делаем. Значит, по поводу фич тоже проговариваем, какие фичи автоматизировать. Это, в принципе, может быть еще очень рано на таком этапе. То есть вы еще не знаете, собственно, сами, какие фичи есть. Если вы там вскользь не обсудили это очень быстро. Но, по крайней мере, здесь тогда можно расширить этот вопрос и расставить точки над «и» по поводу того, кто именно будет заниматься приоритизацией, кто именно будет решать, что тестами, какими тестами покрывается и что будет автоматизироваться, а что нет. То есть хотя бы, по крайней мере, установить такой chain of responsibility. Следующий вопрос по задачам. Нужно ли нам будет налаживать Continuous Integration или Delivery процесс? Или, возможно, он уже существует в каком-то виде, и нам нужно будет в него встраиваться? Тут все, я думаю, что понятно. То есть тут ответ на вопрос да-да, нет-нет. Хотя, опять же, да, это тоже может быть вбросом на тему того, что если процесса CI нету, мы можем успешно рассказать о том, чем он хорош, зачем он нужен. Дальше секция по технологическому стеку. И первый вопрос здесь, естественно, есть ли какие-то пожелания у заказчика по применяемому технологическому стеку и есть ли какие-то ограничения по поводу того, что именно мы не можем применять.
по поводу технологий, что предпочтительнее. Это понятное дело, что да, чаще всего заказчик будет хотеть, чтобы мы использовали тот же стек, что используется в разработке. Как раз тут мы его можем, если надо, от этого дела отговорить. Но дополнительно, да, по ограничениям тоже могут быть какие-то нюансы. Например, там у заказчика может быть договоренность с каким-нибудь вендором, что мы используем там только его инструменты, или может быть запрет на использование каких-то инструментов по соображениям безопасности там, и так далее, и так далее. Поэтому, да, этот вопрос, естественно, тоже нужно проверять и уточнять на самых ранних стадиях, чтобы не оказалось потом, что мы уже чего-то написали, а тут нам говорит: о, блин, вы тут несогласованные инструменты использовали, нельзя было. Следующий вопрос по технологиям, он отчасти касается того, что используется в разработке, то есть есть ли какие-то модули, которые нам потенциально нужно будет использовать в наших автотестах, есть ли они в коде непосредственно самого продукта. Это могут быть какие-то дополнительные там модули генерации данных, там работы с базами данных. То есть в основном это модули, связанные с данными. Чаще всего они будут нужны в автотестах или не нужны. Узнать, есть ли что-то подобное, какие-то хитрые дополнительные тулы самописные внутри основного проекта, это тоже всегда полезно. Следующий вопрос по технологиям. Если мы выяснили, что на ранних стадиях обсуждения, что какие-то автотесты уже есть, имеет смысл узнать, есть ли документация по этим автотестам. Если она есть, ее, естественно, полезно будет почитать. Если ее нету, к сожалению. Опять же, можно сразу же оговорить, что, ребят, если документации нет, то нам понадобится такое-то время на то, чтобы ознакомиться с тем, как работает текущее решение. Потому что если решение было какое-то там страшное легаси, кем-то когда-то написано, и этого кого-то уже нету в компании, которая является заказчиком, то разбираться придется нам достаточно долго и мучительно чаще всего. Опять же, это один из рисков, который обязательно надо оговорить. Потом, существует ли техническая возможность какие-то данные в приложение добавлять, минуя UI? Потому что DataSeed вообще это, в принципе, очень важный вопрос для автотестов. Автотесты не могут работать на пустом как барабан приложении. Добавлять данные через UI-ку – это не всегда продуктивно, вернее, это почти всегда непродуктивно, это очень медленно. Соответственно, иметь какую-то возможность вносить данные, минуя UI, это всегда очень полезно и хорошо. Здесь можно узнать, во-первых, будет ли возможность у нас иметь доступ к базе в принципе напрямую, или, возможно, у разработчиков есть какие-то свои API-шки, потому что наверняка они тоже используют какие-то дополнительные инструменты для того, чтобы вносить данные, добавлять их. Зачастую это не делается и разработчиками тоже через UI, не зачастую, а, в общем-то, всегда. Вот. Поэтому узнать о каких-то дополнительных возможностях для DataSeed это всегда полезно. Или, возможно, у них уже используется там, не знаю, накатывание какого-то эталонного, какой-то эталонной базы со слепкой, это тоже бывает очень полезно для автотестов. И это тоже нужно уточнить, чтобы знать, можем ли мы использовать такой инструмент. Дальше вопрос такой околообязательный, но, в принципе, да, чаще всего мы зависимы от системы контроля версий, которая используется в разработке. Хорошая рекомендация использовать тот же самый. Хотя, в принципе, такого жесткого ограничения нет. Мы не можем сказать, что тут, да, если используется там тот же гид, допустим, разработчиками, это не значит, что мы непременно должны им пользоваться. Хотя, в принципе, в последнее время гид уже настолько стал стандартом де-факто, что я даже, в общем-то, затруднюсь только если на легаси проектах на каких-то используется что-то другое. Значит, по поводу CI-сервера вопрос тут уже более однозначный. Если в разработке используется какой-то конкретный, и если мы хотим построить действительно настоящий Continuous Integration или Continuous Delivery процесс, нам обязательно нужно будет использовать ровно тот же CI-сервер, который используется в разработке, потому что
триггерить одни события какие-то из одного CI-сервера, которые выполняются в другом, это, в принципе, задача, если и возможно, то крайне нетривиально. Это, как, не знаю, забивание гвоздей микроскопом. То есть совершенно не обязательно и не нужно. Гораздо проще будет или найти специалиста, который знает, как работать с конкретным CI-сервером, или даже научиться самому. То есть, в принципе, без тонкостей и нюансов это не настолько сложно. Вот. А для интеграции автотестов уже существующий какой-то пайплайн, много тонкостей и нюансов знать и не обязательно. Опять же, если он уже есть, то, скорее всего, на стороне заказчика есть DevOps, которые тоже вам с этим смогут помочь. Значит, по поводу окружений вопрос, в общем-то, такой основной, заключается в том, есть ли уже сейчас какое-то окружение, которое используется для тестирования, можем ли мы себе сделать свое отдельное для автотестов. Опять же, это вопрос, который одновременно и даст нам ответ, и, возможно, сделает некоторый вброс, потому что, да, заказчик, может быть, даже и не думал о том, что это нужно сделать, что нужно иметь какое-то отдельное изолированное окружение для автотестов. Он думал, ну, есть у нас и так уже тестовые, и окей. А тут мы как бы отмечаем, что в идеале нам хорошо иметь свое, чтобы не аффектать работу других специалистов. Ну, опять же, подумает о том, что надо кого-то подрядить, кто бы помог с созданием этого окружения. Значит, по поводу окружения еще, да, нюанс, который тоже может повлиять на время онбординга или вообще старта самого проекта, это вопрос, необходимо ли настраивать какие-то дополнительные доступы для команды, для того, чтобы, собственно говоря, начать работать с нашим тестовым окружением. Чаще всего вполне разумно, что это действительно надо. Да, нужно иметь либо там настроенный VPN, либо какие-то доп-аккаунты. Это вполне понятно, что нужно практически всегда. Но опять же, об этом на стадии обсуждения проекта часто не думают, и заказчик это часто выпускает из вида, и потом первые две недели вы сидите и ни черта не делаете, потому что у вас нет аккаунтов, а их создание может быть процессом достаточно формальным и длительным. Соответственно, чем раньше мы его поднимем, тем лучше. Значит, следующий вопрос по поводу окружений. Это конкретные устройства, на которых мы будем тестировать наше приложение. Это может быть как прям действительно, ну, вот какие-то требования, что мы хотим, чтобы оно тестилось там на устройствах с такими-то конкретными операционными системами, там в случае мобильных приложений, там конкретные версии там Android, iOS могут быть. Это могут быть, опять же, какие-то девайсы реальные, либо эмуляторы. Это тоже нужно обязательно проговорить. Опять же, если у заказчика нету на данный момент видения, чего он хочет, по крайней мере, вы посеете здесь эту мысль, что об этом надо подумать. Надо прикинуть, а действительно ли на каких-то девайсах там более важно тестировать или нет. Опять же, в случае веб-приложений это могут быть браузеры с их версиями. Чаще всего у заказчиков есть какая-то статистика использования их приложения, с каких устройств, из каких браузеров, с каких операционных систем больше используется. Они могут эту статистику, как бы, ну, она у них где-то собрана и лежит. Если вы этот вопрос зададите, даже если на него сразу не ответят, вы, по крайней мере, закинете тоже такой запрос на то, чтобы они проверили статистику, посмотрели и сообщили вам, где наиболее важно будет автоматить. И опять же, вы еще подчеркнете, что автотесты не будут проверять все на всех устройствах. То есть вы, пожалуйста, определите, что для вас важнее всего. Потому что бывают такие ситуации, когда мы уже, собственно говоря, поработали хорошо, что-то сделали, наладили автоматизацию с большего хотя бы. А тут заказчик говорит, ой, а что-то у нас тут проблемы там в каком-нибудь замшелом браузере. Собственно говоря, вы не говорили, что он вам интересен. Вот. Поэтому такие вопросы тоже обязательно поднять, чем раньше. Значит, следующий вопрос по поводу окружений заключается в том, что могут быть какие-то ограничения по времени использования. Например, есть там у многих заказчиков есть правило, что там деплой проводится там в там каждый, не знаю, там третий понедельник. Это, конечно, для тестового окружения странно, но тем не менее какой-то график деплоймента может быть.
И во время деплоймента, естественно, вы использовать приложение не сможете и тестить его нормально не сможете. Вот. Узнать о потенциальных таких моментах, когда окружение будет недоступно, тоже полезно заранее. Опять же, если этого сейчас нету, если у них деплоится все просто когда готово и так далее, это тоже можно этим вопросом подчеркнуть, что это может стать проблемой. Если у вас деплой произвольный, может оказаться так, что в какой-то момент нам надо будет срочно что-то потестить, а в это же время кто-то решит, что ему нужно что-нибудь новое задеплоить. То есть подчеркнуть, что этот момент может стоить как минимум обсуждения, еще и координации. Значит, дальше секция, касающаяся процессов. И самый первый вопрос касательно тест-кейсов. Есть ли они сейчас, как они создаются, кем они создаются, будем ли мы этим заниматься и так далее, и так далее. Все то, что связано с созданием и поддержкой тест-кейсов. Дальше, собственно, какой инструмент используется, если прошлый касался больше тест-менеджмента, то следующий вопрос, какой инструмент используется в качестве task-менеджмент-инструмента. В принципе, опять же, да, тут по картинке, я думаю, понятно, на что я намекаю, какой сейчас инструмент наиболее популярен, но, тем не менее, разные экзотические варианты могут быть. В том числе на одном из проектов у нас был task management инструмент, который заказчик сам для себя когда-то сделал. И, в общем-то, это было очень увлекательно и весело, но вспоминаю я это сейчас скорее с мыслью, слава богу, что это кончилось. Значит, дальше по процессам. Вопрос тут немножечко не про непосредственно там continuous delivery и так далее, а скорее про то, как в настоящий момент тестирование вообще в сам цикл, какое место в цикле delivery оно занимает. То есть когда, какие тесты выполняются на проекте, там, когда проверяется, там, не знаю, есть ли какой-то commit-based тестирование, там, юнит-тесты те же. Есть ли там тестирование, опять же, регрессия, если она есть, то на какой стадии она проводится, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все уточняющие вопросы, которые позволят нам понять, насколько глубоко нам нужно будет вот весь вот этот delivery cycle модифицировать, чтобы сделать его хорошим, оптимальным. Дальше тоже очень важный вопрос, который, скажем, больше, наверное, интересен бизнесу, но он категорически важен именно с точки зрения того, чтобы нам соответствовать ожиданиям заказчика по итогу. Это есть ли какой-то подход на настоящий момент к оценке задач по автоматизации или по тестированию? Есть ли они там в definition of ready, definition of done? Или они живут своей жизнью? Если своей жизнью, то как они оцениваются и так далее, и так далее. Если, опять же, если такого подхода нет как такового, мы лишний раз подчеркнем, что да, его нужно выработать. Здесь мы можем тоже объяснить и почему нам нужно его выработать. Потому что рано или поздно заказчик сам к нам придет и скажет: ребят, я не понимаю, чем вы занимаетесь, и не понимаю, почему вы тратите на это так много времени, деньги я вам платить не буду. Вот, что всегда не есть хорошо. Задача любого аутсорсера – это сделать заказчика счастливым, чтобы он всегда понимал, что вы делаете и зачем. Это можно делать в том числе через оценку задач. Следующий пункт, группа следующих вопросов от коммуникации. Очень короткая на самом деле. Первый вопрос – это просто надо прояснить, по каким вопросам, с кем конкретно. Тут уже нужно дойти до конкретных людей. То есть какой конкретный человек будет отвечать нам на вопросы касательно там, тестирования, касательно разработки, касательно там, окружений, касательно того в целом, куда проект движется, что, какие будут приоритеты в разработке и так далее, и так далее. Ну и по любым другим вопросам. То есть нужно обязательно выработать какой-то такой своеобразный communication план, в котором можно будет в любой момент понять, к кому обращаться, по какому вопросу. Вот. Ну и, собственно говоря, второй вопрос, который вопрос самим себе, это кто именно с нашей стороны будет общаться. Опять же, тут могут быть некоторые подходы. Может быть какой-то one entry point, то есть один человек, который отвечает за все коммуникации, все, если что, там, уточняет с заказчиком и так далее, и так далее.
Или можно просто оставить, как бы каждый по своему вопросу будет обращаться к нужному человеку. Но опять же, для этого нужно проработать, знаю, сначала ответ на предыдущий вопрос. То есть с кем, по какому вопросу общаться. Потом уже будем решать, как и кто будет общаться. Ну и, собственно говоря, последний здесь вопрос по коммуникациям – это какие, собственно, каналы использовать для коммуникации. Чаще всего подстраиваемся под какие-то каналы самого заказчика, под его процессы. Хотя, если вы видите, что это неэффективно, если они там используют только email, можно тоже там намекнуть, что можно использовать какие-то дополнительные инструменты. Значит, следующая секция, собственно, уже последняя, это отчетность. Первый же вопрос и самый важный, это какой формат отчетности сейчас используется, то есть в каком виде заказчик получает отчеты о результатах тестирования, о в целом там состоянии продукта и прочее, прочее. Вот. Потом вопрос, который чаще всего ставит тоже многих заказчиков в тупик, какие конкретно метрики сейчас используются для того, чтобы измерять качество продукта и тестирование в целом. Чаще всего на этот вопрос там, в лучшем случае вы услышите, что там pass rate используется. Вот. Это опять же вброс для того, чтобы предложить какие-то потенциально свои метрики, заодно и показать уровень своей компетенции заказчику. Если вы сразу же скажете, что вот мы могли бы там мерить то, то, то и то, и это нам позволит так, так и так мониторить, насколько продукт хорош, вы, в общем-то, произведете нужное впечатление. Поэтому это не только вопрос, но еще и вброс. Значит, следующий вопрос, на который тоже заказчик часто не имеет ответа, это какие есть проблемы с отчетностью, хотя иногда бывает, что да, они сами понимают, что вот у нас тут дела плохи, я вообще не понимаю, что с продуктом творится, тут вроде все зеленое, но на душе у меня по-прежнему там неспокойно, засыпаю по ночам плохо. Такое тоже бывает, но чаще они сами не знают. И здесь можно тогда тоже выскочить и сказать, что, ребята, вы не меряете там то-то, то-то, вы там, допустим, покрытие не меряете, вы не знаете, какой на настоящий момент там процент тестов автоматизирован, там какой, в принципе, вообще, какая часть функционала покрыта тестами и так далее. Но, опять же, ответить на этот вопрос можно уже исходя из ответа от заказчика на предыдущий вопрос. Значит, следующий вопрос по отчетности – это, собственно, есть ли у заказчика какие-то ожидания с его стороны. То есть, может быть, действительно у них есть идея, чего именно не хватает им для того, чтобы понять, что да, продукт действительно классный, он готов там к релизу в каждый там отдельно взятый момент времени. Если с их стороны есть какие-то пожелания, нам обязательно нужно их учесть, потому что, исходя из этого, нам нужно будет выбирать и инструмент для сбора репортов и их агрегаций. И, собственно говоря, может быть, даже сразу же прикинуть, какие нам нужно будет свои дополнительные инструменты создавать или не создавать, а использовать готовые. Или, там, допустим, как нам построить логирование в целом. То есть это все тоже может дать нам достаточно много полезной информации для оценки объема предстоящей работы. Вот. Ну и давайте, собственно, закончим таким небольшим домашним заданием. Вот мы составили такой условный список вопросов обязательных. Сделайте себе доку, куда вы внесете все эти вопросы. Попробуйте ответить на те, на которые ответы вы знаете сразу же. Если какие-то ответы вам неизвестны на какие-то из этих вопросов, то попробуйте их найти у себя на проектах. Добавьте свои вопросы, если у вас возникли какие-то свои пожелания. Повторюсь, это список не исчерпывающий. Я прекрасно понимаю, что по ходу моего выступления какой-нибудь ваш любимый вопрос мог остаться за кадром. Прошу за это прощение, но как бы объять необъятное невозможно. Добавьте их тогда в качестве домашнего задания в свой лист. Вот. Ну и, собственно говоря, потом пришлите мне домашнее задание. На e-mail я проверю. Шутка, конечно. Но в целом вы сможете увидеть, насколько как бы прозрачна ситуация на проекте у вас сейчас. Может быть, где-то какие-то ответы на вопросы тоже вас подтолкнут на нужные мысли, где можно что-то улучшить.
где, в какую сторону нужно дальше развивать вашу автоматизацию. Собственно говоря, я надеюсь, что какой-то толк из этого в итоге получится. Ну а если вы сейчас собираетесь в скором времени начинать какой-то новый проект, то я вообще прям очень сильно надеюсь, что вам пригодится этот список, который мы с вами составили. Вот, у меня Вадим, все. Да. Огромное спасибо, да, я уверена, что толк будет. Спасибо за выступление. Мы вышли уже за рамки нашего эфирного времени, но я вижу, что большинство наших участников продолжает быть с нами, поэтому давайте перейдем к одной из приятной части нашего митапа, к розыгрышу билетов на Хайзенбах. И хочу передать слово опять Антону. Антон, удалось ли выбрать тот самый классный вопрос, который тебя вдохновил сегодня? Мне кажется, да. Я еще не успел ответить на 3 оставшихся, но я их уже просчитал и скоро отвечу. А вот что касается финалиста, вопросы были очень разные, выбрать было очень сложно, но мне больше всего понравился, вот на мой вкус попал вот в точку, да, которую очень важно проговорить. Это вопрос от Марины Ремневой. Надеюсь, правильно прочитал фамилию. Зачитаешь? О, сейчас они у меня перешли в отвеченные. Сейчас найду. Да, сейчас пойду в отвеченные. В любом случае, пока ты ищешь, я тогда проговорю. Марин, ну, мы вас поздравляем. Это очень-очень круто. Пришлите, пожалуйста, вот прямо сейчас напишите свой имейл. Либо, ну, контакты, как с вами можно связаться, лучше имейл, да, чтобы, в общем, кто-то вас не завалил звонками. Мы с вами свяжемся буквально завтра по электронной почте и направим вам электронный билет на конференцию Хайзенбах, которая пройдет в начале октября. Конференция состоит, насколько я помню, из 3 дней. Вот, организовывает всем известная компания Juk Group.ru, которая находится в Питере, физически в России. Вот, и, конечно, да. Антон мне подсказывает, 5-7 октября, да, получается 3 дня, да, будет какое-то фантастическое мероприятие. Многие, я знаю, что ждут, и многие пойдут на него, поэтому, мне кажется, очень круто. Пишите свой контакт, и мы Давайте зачитаю вопрос и зачитаю ответ. Я на все вопросы постарался дать хоть сколько-нибудь развернутый. Вопрос следующий, очень важный. Каким образом поддерживать такую систему с течением времени? Допустим, мы все распланировали, все тесты написаны, да, работа идет своим чередом и на каждом уровне пирамиды. Проходит полгода, что-то отрефакторили, юнит-тесты изменились, какие-то требования оказались постфактум непокрытыми, да, и так далее. Как это отслеживать не в ручном режиме? Вопрос очень хороший, вот мой ответ. Да. Единственный способ поддерживать консистентность любой базы знаний – это следование инженерной идиоме «Don't repeat yourself» и «Single source of truth». Traceability матрица должна автогенерироваться. И мы прямо показывали, да, как Zephyr это делает. И статическая, и с результатами последнего прогона. Требование – это явная, вот главная точка входа в разработку, в проект. Значит, надо пытаться сделать структуру, например, каталогов и правила хранения требований на Confluence, тем самым single source of truth, чтобы при внесении каких-то изменений, которые касаются требований, мы всегда поддерживали требования в актуальном состоянии. Даже вот мы на низком уровне провели рефакторинг, если это не классический рефакторинг, а он все же меняет требования, да, как-то на него влияет, это нужно обновить. И тогда получается, что у нас как минимум можно частично наложить правила, если не на автообновление,
то на проверке явных несоответствий с помощью, например, Atlassian API, и назначить ответственного человека, который будет периодически работать над задачей по синхронизации. Вот такой вопрос, он на самом деле очень важный в развитии. Вот такой ответ. Большое спасибо, Марина. Да, Марина, большое спасибо. Я уже вам ответила, что вижу вашу почту. Завтра с вами свяжусь. Вот, и обязательно передадим вам билет. И теперь слово Дмитрию. Дим, какой вопрос понравился тебе? Удалось ли выбрать? Да, я тут долго читал, выбирал. Много интересных вопросов. Спасибо большое. Я постарался ответить. Возможно, еще не на все ответил. Еще, если будет время, то да, отвечу. Я выбираю Виктория Вологдина. Там, на самом деле, она два вопроса задала. Мне понравился следующий вопрос. Как обеспечить прогон теста после падения, если упавший шаг должен был изменить состояние системы и повлиять на следующие шаги? Ну, тут ответ такой, что мы не можем предсказать, да, как этот баг повлияет на состояние системы, и, скорее всего, у нас упадет следующие шаги, а может и не упадут. Да, но я выбрал этот вопрос, потому что просто мне понравилось, насколько человек понимает глубину этого всего, да, и как дальше все происходит с этим, с этой фичей, как expected bug. Вот, поэтому такой победитель, поздравляю. Вика, пишите ваш, Виктория, Вика, как, не знаю, как правильно вас назвать, пишите, пожалуйста, свой тоже имейл. И завтра я также с вами свяжусь по почте и передам ваш билет. Вот, очень-очень рада. У нас две девочки, получается. Вот. И сейчас будет самое тяжелое, на самом деле. Я не знаю, успел ли вообще Вадим что-то прочитать. Либо он сам назовет, либо, может быть, коллеги еще ему предложат, пока предложат какие-то варианты, если они успевали. Ну, вопросы я на самом деле сейчас не читал, признаюсь честно, я увлекся чатом по поводу там пасхалок и всего такого. Во-первых, да, первым правильно написал про космический корабль, у меня за спиной Вова, это действительно МКС. Круто. Так что да, я вот думаю, может быть, ему просто-напросто вручить. По поводу пасхалок, да, мне прям очень понравилось обсуждение, там некоторые были, особенно про тест Роршаха, там действительно, да, я прям вот... Ох, класс. Прикольные догадки были, что он означал. На самом деле, скажу честно, может быть, да, не очень очевидно, но это подразумевало санити-тесты. Вот. Ну, нельзя, конечно, сказать, что тест Роршаха действительно является тестом на вменяемость, что, собственно, санити и обозначает. Вот. Ну да, вот я зашифровал так. Так, еще было прикольно про что? А, кстати, да, про Вервольфа было прикольно, да, что окружение может быть недоступно в полнолуние, это разгадала Евгения Макарова. И на самом деле, я думаю, что, может быть, правильно будет вообще отдать приз человеку, который проявил просто гипервнимательность и нашел ошибку у меня в презентации. Сейчас я найду, кто это был. У меня на самом деле на последнем слайде с домашним заданием там было написано «домашнее задание», там не хватало буквы «е». И это подметил Николай. Вот. Поскольку у нас тематика вообще всего мероприятия, она связана с QA, а QA – это в первую очередь про внимательность, то я думаю, что на самом деле Николаю было бы справедливо дать приз. Вадим, выбор за тобой. Давайте тогда Николая наградим. Хорошо, Николай, пишите ваш почтовый адрес. Я также завтра с вами свяжусь. Виктория, да, видела. Ваш почтовый видела, соответственно, тоже завтра с вами свяжусь. Ух, мы это сделали. Всем огромное спасибо. На самом деле задержали вас на 13 минут, но, по-моему, было очень круто.
Подписывайтесь на наши социальные сети Lux of Trasha, читайте новости о следующих мероприятиях. Мы проводим несколько мероприятий в месяц. Это не только наши мероприятия, но и мероприятия совместные с Juk.ru, большие техфесты. Вот, поэтому подписывайтесь на наши социальные группы, следите за новостями, приходите, мы всегда рады. И также будем делать серию мероприятий отдельно для наших коллег из Беларуси. Я знаю, сегодня большое количество людей из Беларуси, а также из России и Украины. Вот, поэтому всем еще раз большой привет. Спасибо, что вы пришли. Хорошего вечера. Вот, спасибо всем нашим участникам, спикерам. И мы сделаем выгрузку. Все, что мы не успели ответить, я думаю, что мы ответим при выкладывании видеозаписи вместе с ссылкой вот на материалы, которые обещал Антон. Я не уверена, что у меня высветятся просто все ваши почтовые ящики, да, то есть, может быть, кого-то удастся увидеть, может быть, кто-то не оставлял контакты, поэтому будет при видеозаписи все выгружено. Вот, со всеми прощаюсь, до скорых, до новых встреч, и всем огромное спасибо, все было очень круто. До свидания, коллеги. До свидания. Спасибо за ваше время. До новых встреч. Доброго вечера всем. До свидания.